В Староскольской школе номер 6 почти 800 учеников. С прошлого года они занимаются в трех учреждениях по соседству, пока родную шестую капитально ремонтируют. В этом здании мы находимся с 1978 года, то есть 44 года школа ждала капитального ремонта. За это время здесь неоднократно латали крышу, на честном слове держалась система водоснабжения. Поэтому ремонт начали сразу, как только появилось финансирование. Средства выделили благодаря соглашению о социально-экономическом партнерстве региона с горно-металлургической компанией. Работы начали в июле 21-го. Сегодня объект готов на 90%. Впереди поставка новой мебели и оборудования. Эти расходы запланированы на 23-й год, но процесс хотят ускорить. Уже обратились с просьбой министерства о том, чтобы лимиты на приобретение мебели и оборудования перевели нам на этот год, чтобы мы могли открыться. Окончание ремонта, конечно же, ждут и ученики, в том числе и ребята с расстройством аутистического спектра. В этой школе их пятеро. С 2016 года у нас есть ресурсный класс. Это для детей с расстройством аутистического спектра. Эти дети занимают большую площадь. То есть мы сейчас им ее увеличили. У них есть отдельный учебный класс, у них есть сенсорная комната и у них есть кабинет отдельного логопеда. Строители уже заменили кровлю, коммуникации, вентиляцию и проводку. Переоборудовали пищеблок, столовую, также обновили два спортивных зала. Тотальный апгрейд. Открытие школы номер 6 станет лучшим подарком коллективу и ученикам к 1 сентября. Оксана Черных, Сергей Лихвер. Такой день на Мире Белогорья.